Самое главное, с чего стоит начать все коммуникации, планирование всего, что будет исходить от бренда во внешний мир, это понимание цели. Зачем мы говорим, что мы хотим сказать, как мы хотим изменить мир, жизнь потребителей и эмоциональные впечатления, которые мы хотели бы им передать, а также пользу, которую мы можем им нанести своей деятельностью, либо своим продуктом, своим обществом, своими услугами. А никто из потребителей не имеет цели купить товар либо услугу. Все имеют цель получить хорошие волосы, влюбиться, наконец-то наладить отношения, производить хорошее впечатление, иметь лучезарную улыбку, все что угодно. И как раз люди достигают этих целей, покупая шампунь, зубную пасту, ходя, покупая абонементы в спортзал, покупая мобильные телефоны для своих близких, желая хорошо выглядеть, либо закрывать какую-то свою другую эмоциональную личную цель. Помогаем человеку достигнуть его целей, рассказываем ему про то, что мы, в общем, как бы понимаем, чего он хочет, и у нас есть инструменты, с помощью которых он может свою задачу решить. Первый алгоритм, который нам нужно понять, это как мы будем рассказывать человеку о том, что мы, в общем, с ним на одной волне и помогаем ему в жизни. Второе, что нужно учесть, где мы будем рассказывать об этом человеку. И третье, каким способом мы будем это делать. Соответственно, мы проваливаем человеку в такую своеобразную воронку. Мы приходим туда, где ему удобно, говорим с ним на его языке, о его жизни, о его задачах, его проблемах, его целях. И в самом конце меньше всего внимания мы уделяем нашему продукту, нашему инструменту как способу, с помощью которого человек станет реализован. Давайте предположим, что мы шампунь. Замечательный, прекрасный, из отвара трав, вот это вот все. И, соответственно, у нас есть задача, есть квартальный план, нам нужно продать 100 тысяч бутылок этого шампуня мужчинам и женщинам, проживающим в России, в Вологодской области. Соответственно, нам нужно понять несколько вещей. Первое, самое главное, что... Что волнует жителей Вологодской области? Нам нужно понять, какие из всех этих разных людей наша целевая аудитория. Нам интересны люди, которые... какого они возраста, какого они социального статуса, как они проводят свое свободное время, где они бывают, какие цели они вообще преследуют. И как бы вот в какое место во всей этой жизненной структуре этих прекрасных людей занимает место их внешний вид, что для них важно в их внешнем виде и как они этого достигают. Потом мы обращаем взор к собственному шампуню. Мы пытаемся понять, какой ценовой сегмент мы метим, какие основные преимущества есть, что отделяет нас от 100 миллионов других шампуней, которые продаются в Вологодской области. После этого мы находим точки соприкосновения. Например, мы выясняем, что мы вообще из отвара трав, как мы с самого начала заявили, а в Вологодской области проживает немаленькое количество людей, которых беспокоит окружающая среда, которым важна натуральность продуктов, они... заботиться о том, что они потребляют, заботиться о своих близких, и в этом моменте у нас схлопывается ценность, которую имеет товар, и ценность, которая есть в голове в иерархии ценностей потребителя. Мы понимаем, что как бы окей, вот, пожалуй, с этого нашу коммуникацию можно как-то объединить. Нам есть что сказать этим людям. Мы понимаем, что они хотят услышать, и видим точки соприкосновения. Дальше мы пытаемся понять, где эти люди бывают. Выясняется, ага, они заботятся о своих близких, значит, у них есть семьи, значит, они проводят время на детских площадках, они бывают в поликлиниках, они бывают в развивающих детских центрах, они бывают в торговых центрах и наверняка в детских магазинах. А самое главное, у них есть какое-то свободное время, которое они проводят в дороге, в детской комнате. И самое важное, это какое-то общение, которое они пытаются строить между собой. Дальше. Казалось бы, при чем здесь шампунь? Люди как бы проводят время со своей семьей, а мы тут вот это вот моете голову. Идем дальше. И мы изучаем, где, как, когда, какую задачу в каждом из указанных мест люди решают, какой сценарий поведения они там используют. И тут мы выясняем, что, в общем, как бы, как правило, мама уходит в магазин, папа в это время... тусуются недалеко от детской комнаты, ребенок в это время пытается разнести детскую комнату, а также нервную систему аниматора, которая работает в этой детской комнате. И тут мы понимаем, что, кажется, папе скучно, а мама, кажется, переживает, и ей бы вот неплохо как-то ее снавигировать, чтобы она побыстрее справилась со своими делами, потому что она, в общем, понимает, что никто не очень рад, если она будет 2 часа торчать около прилавка с этими шампунями. И, кажется, вот в этот момент
Неплохо ей рассказать про то, что с помощью мерчендайзинга, с помощью промоутера, с помощью специальных каких-то упаковок, с помощью навигационных элементов, про то, что вот как бы полезная, здоровая история из натуральных ингредиентов, она как бы вот здесь подходит прям вообще всей семье. Можно взять одну бутылку, она большая, хватит надолго, больше в магазин ходить будет не надо какое-то время, прям, короче, забирай. Как один из вариантов решения. Дальше мы можем пойти посмотреть это с другой стороны. А еще наверняка нам подойдет такая молодая активная аудитория, очень обеспокоенная, значит, состоянием планеты, такие эко-френдли ребята, которые проводят много времени в интернете, они, значит, подписывают всевозможные петиции, они ходят, требуют освободить жирафа из зоопарка, и для них это все очень важно. И у нас снова схлопывается история, мы заботимся про окружающую среду, у нас натуральные ингредиенты, мы как бы не засоряем, химию не используем, закупаем на основе этичного товароденежного обмена, значит, вот это все используем, крестьянский труд, мы прям молодцы, мы им прям подходим. Самое главное теперь нам сделать красивый лендинг, и им про это все рассказать, что вот фермеры, которые собирают травы, вот другие фермеры, они эти травы варят. И вот мы замечательно из всего этого, этими же фермерскими руками собрали, пожалуйста, шампунь. Дети этих фермеров привезли на своих автомобилях его в город, и вот адреса магазинов, где его можно купить, а также можно заказать его прямо на этом сайте в интернете. Довольно разные кейсы, один товар, схлопнулись на ценности, тут продали, все молодцы, квартальный план закрыли.